Всем привет! Я иду с работы. Настроение хорошее. У меня мамочка в гостях. Она мне там кушать приготовила. Мне не надо ничего готовить. Я иду с другой стороны дома. У нас здесь засыпана дорожка. Смотрите, песочком. Иду мне очень хорошо. А с той стороны там вообще гололед. Идти невозможно. Теперь я даже утром буду идти. Тоже по этой дороге. Потому что здесь снежок. Да нет, просто. Не скользкий. Здесь засыпана дорожка. Очень хорошо идти. Ну, ветерок, правда, дует у нас. Сколько градусов? 13? Минус 13. И ветер прям леденящий. Так что ощущается как минус 20, а так минус 12. Ну, как это? Требуется работа. Это анекдот. Требуется работа в метеослужбу. Зарплата 15 тысяч, но ощущается как 30. Так что, как погода у нас, так и зарплата. Все по ощущениям. Ой-ой. Все, теперь я вышла. Тут вот все. Ничего не засыпано. Скользко. Теперь я буду как на льду. Корова. Вот кое-как перебегает, это вообще ужас. Тут невозможно ходить. А у меня еще они скользкие. Так что такие вот дела. Сейчас приду, там меня дома ждут, наверное. Но я зашла в магазин еще. По дорожке кое-что купила. Сейчас покажу, что я взяла. Ой, сейчас чуть не подскользнулась, чуть не упала. Ой, ручки замерзли уже все. Ты перчатки не одела. Забежала я домой. У меня кушать здесь приготовили. На галушке мама мне приготовила вкусненькие. Сейчас я попробую их. Очень такое люблю блюдо. Сейчас я покажу, что я в магазин зашла, купила. Перчик взяла. Хочу галушки с перчиком поесть. Яблочки. Сгущеночку взяла. Степану пиццу на завтра. А, корм. Думаю, что такое? Нащупала рукой. Так, корм. И сок, сыночки, взяла. Школа. Сегодня у нас что? У нас сегодня четверг, ему еще один день. Завтра и на понедельник. Вот это что я взяла? А где пантера? Пантер. Мяу. Пантер. Пантера, смотри, вот тебе корм. Вот он корм. Ты кушать хочешь, да? Сок можешь пить. И Лильке дай. Сейчас посмотрю, что там мне ребятки мои делают. Да? Ну, тут мама на галушке сидела. Да, галушки. Я вижу, что у вас галушки есть. Сейчас пойду посмотрю, что они там делают. Что вы тут, порядки наводите? Да. Вы играете? Беспорядки. Беспорядки вы наводите, наоборот. Вот мам, они сидят и говорят. Вчера, ой, сегодня пришел, убиралась. Да? Ну, молодец, игрушки все. Это все игрушки с этого, как, откуда? С автомата. С автомата, да, где вытаскивают за 10 рублей. Вот это одна. И вот они тут. Сейчас, пантерка, иду. Пантера уже. Ну, она меня зовет, чтобы я накормила ее. И в машинке, Лилька, ты что, в машинке играешь от Степана? Да? Вы в школу сегодня не играли? Че? В школу сегодня не играли? Нет. А что? Ясненько, ну играйтесь, играйтесь. Вот моя киса. Вот, иди сюда, пантера. Пантера, иди ко мне, иди, я тебя поглажу, пойдем. Пойдем, вот моя девочка, какая она хорошая. Пантера, ада, ада сюда, ада. Вот ты моя какая хорошая. Степка так рукой ее гладит, зовет, она за ним бежит. Пойдем, Степка, покажешь. Ада, Степ, ада, 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 пантера, ада. Ада, ада, ну-ка. Сейчас вот он ее погладит, и она будет за рукой бежать. Она кушать хочет, да? Она хочет кушать. Мать принесла покушать. Не, она не отвлекается. Нет, идет за Степаном. Идет. Все, пантерка, пойдем, я тебя накормлю. Пойдем, пантера, накормлю тебя, да? А да, киса? А да? Вот я себе наложила галушки, сырок, перчик нарезала. Сейчас покушаю. Там попил кофе.
Я уже покушала. Сейчас хочу вам показать такую штучку. Хорошо видно? Эпилятор называется. Philips. Я его покупала. В Эльдорадо я его покупала. Очень хороший. Уже 2 года пользуюсь. Ручки. Вот волосатенькие какие у меня. Сейчас эпиляцию буду делать на ручках и на ножках. И на ножках. Вон у меня волосики большие-большие. Вон черные большие. Вот у меня ноготочки накрашены уже месяц. С Нового года как накрасила. Это термолак. Он в теплом виде вот такой прозрачный. А многие замерзли, и они темнее становятся. Так что сейчас эпиляцию сделаю. Плохо видать. Вот, видно, видно. Смотрите, что творится. Какие волосики. Сейчас я эпилятором все это уберу и на руках. Что камера у меня не фиксирует. Ничего. О, видно, видно, видно. Сейчас выключаем. Ну, хорошо. Включила подсветку, может, лучше видно будет. Вот так. О, хорошо видно. Я села здесь возле окошка. Эпиляцию делать здесь лучше видно. И слушаю музыку в компьютере. Компьютер включила. Я сижу, слушаю музыку и эпиляцию делаю. Вот хочу показать. Это у меня ножка, я еще не брила. Смотрите, какая она волосатая. А здесь все уже побрила, гладенькая. Так хорошо, приятно, гладко. А здесь она волосатая. Сейчас я ее тоже побрею. Все, ножки у меня гладкие. Нет, все я побрила. Очень гладенький. Вот только ручки у меня осталось еще не. Вот так вот видно. Все, они какие волосатые. Сейчас ручки побрею. Вот у меня ручки гладенькие, чистые. Все. Сбрила. Нет у меня волосиков. Мне очень нравится пользоваться эпилятором этим. Вот так вот он выглядит. Советую всем попробовать. Очень хороший и качественный. Вот я захотела кофе попить. Сбила в пенку кофе. Сейчас налью водички и будет... Кипяточка у меня вот какое пенистое. Вот такой вот пеночка. Ой, какая она хорошенькая. Сейчас кофе попью.